Ребята, всем привет, с вами Александр, легенда Дракономании, и то, что нам дали за клановую битву, давайте посмотрим. Так, ну эти все дракончики у нас собраны, то есть нам за них просто насыпали очков. Так получается. Давайте мы тогда сразу зайдем, посмотрим, это выполнено, это отлично. А, ну все, 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 все. Коллекция. Коллекция сера. Так, ребятки, давайте, молодцы, уже осталось немножко до выведения серы, 751. Даже кутера кто-то вывел. Да, ну, осталось нам насобирать одного буна. Это что у нас? Таймеры всех заданий. Пропускает обновление таймера всех заданий. Ну, такое себе. Ну, приносит алмазы, ну, там, наверное, какие-то копейки. Приносит алмазы. Так что... У нас продолжает стоять щепочка, которая приносит плюс 15% денежек. Это очень актуально. Так, давайте глянем, что у нас еще тут по заданиям есть. Так, давайте сразу начнем с мелочи какой-то. Ой-ой-ой, я и забыл, у нас же идет полдня. Полдня не вот эту штуку не выполнял, блин. Собрать золото, накормить драконов, поймать существ. Блин. Ладно, давайте сейчас начнем собирать золото и ловить существ. Не, я бы уже давно этот этап прошел. Тут здесь какие-то таймеры еще очень маленькие, неудобно. Так, сбор золота мы выполнили. Ух ты, смотрите на обезьянку. Смотрите, что обезьянка, она парит. Прикольно. Так, тут одно деревце расчистил за большую тучу. Тучу денег. Так. А, под подарок, давай. Подарок, иди сюда. Следующий подарок. Еще подарочек. И еще подарочек. Так, а таймер есть по подарочкам или нет? Так, нужно будет рекламу тут смотреть. Нам предлагают и алмазик получить, и здесь ускорить. Как видите, я тоже ускорял уже пару часов. Осталось 10 часов до выведения легендарного дракошку. Так. И потом у меня останется 2 дня, чтобы попытаться вывести студента. Студента! Так. Тренер радовался, что дракон-студент хочет учиться в академии, пока не знал, что тот просто хочет иметь доступ к запасам бумаги, чтобы складывать самолетики. Это да, это трагедия. Это трагедия. Так, что у нас? Ну, Исида 4 дня, ребята. Короче, ждем Исиду. Ну, давайте мы пока поставим кого-то на выведение. Так, сейчас можно фрагменты вот этого дракона бронебоя пособирать. Но что-то мне как-то не хочется. Давайте смотреть. Где тут значки? Значки новый. Жилище времени? Чё это такое? Особое место, где могут разместиться все драконы, даже легендарные. Все драконы даже легендарные. То есть это типа легендарное, точнее это жилище легендарное, божественное, не? Максимальное количество жилищ. Интересно. Так, оно мне вообще-то, оно мне сейчас, наверное, нигде не поместится. Сейчас посмотрим. Давайте крокодильчика вырастим. Ну, поставим на выведение. Сутки всего лишь это займет. Так, я вот тут разместил, но сюда, мне кажется, оно не поместится. Да, так, а можно ли тебя куда-то переместить? Двигать? Да, ну ладно, пока что давайте сюда его переместим. А это жилище мы попробуем убрать. Жилище энергии убрали, и теперь давайте это жилище времени. Очень интересно. Ну, оно непрактичное. Всего 30 и даже легендарное. А божественный может туда разместиться? Меня вот эта вот тема интересует. А можно туда переместить вот этого? Двигать? Нет, не можно. Врут! Не все туда могут попасть. Так. Где тут мои божественные драконы? Черт, стоп, стоять, подарок летит.
Стоять, а ну-ка. Так, легендарные у нас и так в божественные помещаются. Так, ра. Давайте сейчас ему нажмем двигать. Нет, а божественный нельзя туда разместить. Смысл тогда от этих... Какой смысл в этом жилище времени, если оно хуже почти в два раза по монетам, чем жилище богов? Ну, там был что-то бонус, типа, дает плюс 4. А как это проверить? Непонятно. Ну, вы помните, там было 101 плюс 4, то есть лимит жилищ. Это, наверное, зайти нужно сейчас в магазин. Жилища. 104. Вот там вот была написана цифра такая, 104. Так, ну, ребятки, в общем-то, если я правильно понял, то есть это жилище нам добавляло мест, напишите об этом в комментариях, то я что-то пропустил где-то мимо ушей этот момент. Так, 19. Нам сейчас нужно еще покормить каких-то драконов. Ну, кого будем кормить? Даже не знаю, кого тут кормить. Есть коралл, точно. Давайте коралла покормим. Так. Что-то как-то так неактивно дают за это все дело. Так, ну и все, тут придется ждать. Коралла давайте сразу продадим, чтобы он нам не мешал. Иди сюда, мой дорогой. Так, и давайте смотреть, что это у нас называется намелиновая акция. Она идет 3 дня. Ну, блин, ну я тут завтыкал уже. Ничего мне тут особо не светит. Ну, 1,2 миллиона взял бы, да и все, конечно. Хорошо, хотелось бы еще 25 кристаллов. Так, и эпический дракон-дождевик. Вылупившиеся яйца, все драконы-дождевики получают очаровательные желтые плащики и носят их до конца своей жизни. Это как-то звучит очень печально. У него, представляете, всего за всю жизнь одна одежка. Почему? Да потому что они обожают плескаться в лужах. Там, по-моему, дождевик никакой не поможет. Лужи снизу, а дождевик защищает от дождя сверху. Вот какая-то такая логика неправильная у наших разработчиков. Золото мы собрали, то есть поймать существ нужно еще наловить. И еще у нас идет вот эта вот химия. Лава плюс яд. Кстати, да, нужно приступить к этому выведению. Лава плюс яд. Но, опять же, я вынужден ждать 10 часов, а я не успею практически, да? Ай-яй-яй. А, ну тут еще надо дракона плащик было получить. То есть я его там в любом случае не получу. А вот попробовать эпического автобуса школьного. Вот это жесть. Вот кто-то по накурке такого дракона создал. Дракон автобус. Ужас. Дракон школьный автобус. Это часто автобус часто подвозит тренера в академии, если тот не спешит. Он обеспокоен безопасностью и пропускает всех, кто пытается перейти дорогу. Как? Как получился дракон-автобус? Я даже не догадываюсь. Так, ну ладно. Что будем делать дальше? Давайте на карту заглянем. Да, кстати, по поводу карты. Вот так вот и верь вам, комментаторы. Комментатор. В комментариях, как говорится, все умные, все чемпионы, все победители, все знают. Рец уже все прошел. Нифига, оказывается, не прошел, потому что нельзя пройти, как я и в прошлой серии говорил об этом. Потому что здесь нельзя взять помощника. Ну и, соответственно, ни я, ни никто другой с помощью друзей пройти это дело не может. Только если у вас есть какие-то там свои сильные драконы. Так что такие вот дела. А, давайте заглянем вот сюда. Не помню, я играл сегодня или не играл. Войти. Нет, сегодня я не играл, к сожалению. Тогда не будем. Заглянем куда. Куда мы заглянем? Вот приплыл у нас еще китенок. Иди сюда. Так, за еду. За 500 еды. Свитки и свет. Не знаю, вообще надо или не надо. Покупать свитки.
Ну, можно купить, в принципе. Просто так, ну, свитки пусть будут. Вот я купил только что свитков 30, и вот мне предлагают потратить свитки. 500 кристаллов за 5 миллионов еды, а можно наоборот? Я дам 10 миллионов еды за 500 кристаллов. Ну, короче, до гавани в Jurassic World The Game еще очень далеко вот этому всему делу. Дешманские здесь какие-то покупки. Колдовские материалы, свет. А что материалы? Осколки, осколки. Так, и давайте заглянем сюда. Ну, потратил, конечно, да. Ну, смотрите, 36 виповских билетиков насобиралось. Так, давайте поможем. Поможем, чем можем. Осталось 9. И все. И все, и все, и все. И нам тут тоже что-то прилетело. Белочка. Белочка. Ага. Новый ник. Отлично. Заглянем тогда на колдовскую арену, ребята. Так, а сколько там у меня этих колдовских очков? 12 тысяч. Слияние. Божественные. Есть у меня такая волшебная кнопка. Чё, не работает тут? Ну так, через раз проскакивает этот тройной клик на мышке. Ну да, здесь не очень хорошо работает. Но кормить драконов, динозавров раньше в Jurassic World The Game было классно. Вот этот тройной клик. Это такой типа читерская мышка для шутеров. Можно из пистолета, как из автомата, сразу три пульки пускать. Короткая очередь. Ну, вот так вот, короче, ребята. Как-то так у нас получилось. Так, ну, кого-то возносить, мне кажется, смысла нет. Слишком мало дается наград за это. Вот за вознесение. Кстати, надо было вот этого коралла не продавать, а вознести. Черт, я завтыкал. Ладно. Ладно, разберемся. И давайте сюда заглянем. Что у нас здесь есть? Так, ну, факел у нас тут стоит заряжен. Давайте сразу им и пойдем. Хвакел в атаку. Так, здесь все по изичу. Надо сейчас глянуть, а что нужно, чтобы заколдовать на новую звездочку. На розовую звездочку. Там 50 уровень нужен был быть. И еще что там. Что там надо, сейчас глянем. Так, 512 кристальчиков у меня. Че я буду с ними делать? Надо подумать. Вот так вот. Вот так вот. 512, а сколько мне еще будут насыпать? Где там эта ракушка? С какой стороны ракушка? Подарок ко мне, кому сказал. Так. 11 дней, то есть мне еще дадут 220 кристаллок. У меня будет, то есть, 730 примерно. За 730, что я могу сделать за 730? Я вот эту штуку хотел прокачать, она стоит 750. Вот ее качнуть или ну его нафиг. Качать, в принципе, не особо надо. Может, просто следующего купить дракона босса. Давайте, ребятки, ваше мнение, куда потратить 700 будущих кристаллов? Я смогу еще купить вот дракона Тина, дракон босс. Ну а можно даже, ну ладно, тут разница небольшая, потому дракончика Тина. И это будет уже у нас какой-то четвертый, я уже не помню, сколько у меня их там, этих дракончиков. Вот один, вон два.
О, подарок снова тут. И вот здесь где-то у меня были раньше. О, и ты тут. А сколько их вообще тут висит, этих подарков-то? Может, их сразу можно все насобирать? Ну, точнее, ну, после большой какой-то паузы, например. Я там в игру не заходил 6 часов. Так, ну, это я пока не буду собирать. Может, следующее задание будет как раз там по сбору еды. Так, ну мне тут арбузиков много. Они что, фигню приносят? Может, повозносить кого? Ну, подсолнухи, ладно, я тут прокачал. Арбуз. На 21 уровне 1600. Это позор какой-то. Ну, 1000 на 15 уровне. Давайте арбузика вознесем. Так, иди сюда. О, еще один. Вознести жертвоприношение. Я хочу принести в жертву арбузика 15-го. А вот это что? Полный набор. Что значит полный набор, ребята? Полный набор. Полный набор. Это если я их извлеку, мне дадут что, все три варианта? Что-то не понял я. Что значит полный набор? Да. Бедолага сутки помучается и отдаст Богу душу. Ладно, ребятки, у нас такая будет коротенькая серийка. Черный рынок, мы везде были, все видели. Так что, до скорых встреч, ребятки. Всем пока.